проводится все сессии. Ну как записаться на выступление и нет? Еще раз к нашим СМИ обращаюсь. Я просил на сессии, чтобы публиковали и повестку дня, и голосование пофракционно. Ну, творится у нас в городском совете черти что. У нас нет ни оппозиции, никого. У нас есть Единая Россия. Люди. Такие люди. Кирчане. Ты где, на улице? Кирчане мне дали это право. И они будут знать правду. Какую правду? Правда есть уже.